Постановка «Человек» по произведению Максима Горького в исполнении артистов Саровского драматического театра выбивается из привычного понимания слова «спектакль». Причин тому несколько. Сцену создали в фойе второго этажа, количество мест на каждый показ не превышает 50-ков, но самое ценное – все действо происходит буквально в двух шагах от зрителей. Это такой определенный жанр, и он накладывает на актеров большие обязательства. То есть игра происходит в непосредственной близости от зрителя, как мы говорим, на носу. Здесь невозможно сфальшивить, невозможно спрятаться за чем-то. В этом спектакле у актеров нет отдельных ролей. Сюжет закручивается вокруг современников, которые читают Максима Горького сегодня. Спорят и соглашаются с ним, обсуждают мнение литературных критиков прошлого и современности. Они рассказывают о каких-то известных и неизвестных фактах биографии писателя, читают отрывки из его произведений или произведений целиком. Как хотите, а я не верю в его биографию. Что? Сын мастерового, босяк, обходил Россию пешком. Не верю. Постановка получилась свежая, бодрая и динамичная. Спектакль рассчитан не только на взрослую публику, но и на школьников. И, возможно, после просмотра Максим Горький откроется старшеклассникам с новой стороны. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.